Патриотическая акция «Расскажи мне о войне» стала своеобразным продолжением литературных инициатив Брестской областной библиотеки имени Горького. Буквально в прошлом году сотрудники именно этого учреждения культуры организовали необычный подобный проект «Читаем верш по-белоруску». В этот юбилейный для жителей постсоветских стран год тематика произведений изменилась. Отрывки из любимой прозы или поэзии известных людей Бреста посвящены Великой Отечественной войне, ее урокам и суровой правде. Брестская областная библиотека имени Горького в преддверии празднование Великой Победы проводит патриотическую акцию «Расскажи мне о войне». Эта акция посвящена главному событию в мировой новейшей истории – победе советского народа в Великой Отечественной войне. 70 лет отделяют нас от тех трагических и одновременно славных времен, но время, конечно же, не властно над подвигом тех, кто ценой своей жизни спас мир от коричневой чумы. Первым почетным гостем литературного храма стал помощник мэра города над Бугом Алексей Кривоносов. Из большого разнообразия любимых книг военной тематики Алексей Владимирович остановил свой выбор на произведение белорусского классика Василя Быкова «Ликвидация», повести, которая в советское время прошла испытание временем и серьезную цензуру. Кстати, выбранный для прочтения отрывок из обновленного издания оказался как раз тем – ликвидированным. «Был огонь и была высшая справедливость на свете. И в этот момент вот сейчас идет то, чего не было. Сотнику сдалось, что это с Библии. Толстая, як книжка у черной каляной вокладцы, неколи лежала на мамином комоде. Хлопчуком ён часто гартаў яе». Подобные акции позволяют не только повышать уровень осведомленности школьников о событиях Великой Отечественной войны. Во время встречи юноши и девушки читали свои любимые произведения, посвященные трагическим сороковым, делились мнениями о событиях, которые происходят в стране и мире. Старшеклассники смогли задать помощнику мэра свои интересующие вопросы, чтобы поближе познакомиться с работой органов власти. С моей точки зрения, данная акция интересна и полезна. Прежде всего, для школьников, которые позволяют увидеть и пообщаться с нами, не только как с дядями и тетями по телевизору, которые руководят городом, но и как с людьми, которые так же, как и они, читают книги, имеют свои интересы и пришли сюда для того, чтобы рассказать о том, какие книги они читают, что для них важно, и познакомиться ближе с будущим нашей страны, нашего города. В рамках литературной акции сотрудники Брестской областной библиотеки имени Горького подготовили большую выставку «Победа, которая всегда с нами». Экспозиция вобрала в себя большой тематический пласт. Были представлены книги, изданные в годы войны, монографии писателей и публицистов, посвященные событиям Великой Отечественной, художественные произведения об этом историческом этапе. Познакомиться с выставкой и посетить открытые встречи с известными людьми города можно будет до 18 мая.